Propaganda rusă pare tot mai disperată din cauza situației din Ucraina. Dacă în urmă cu câteva luni se discuta despre cucerirea întregii Ucraine, acum propagandiștii ruși își pun chiar problema unei înfrângeri și a consecințelor pe care aceasta le-ar putea avea. Умудримся проиграть ГААГа, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что от того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна. Aceasta a fost previziunea Margaritei Simonian, redactor-șef al postului de televiziune Russia Today, pe tema unei tot mai posibile înfrângeri a Rusiei în Ucraina. Ulterior, atât ea cât și gazda emisiunii Vladimir Soloviev au indicat ce se va întâmpla cu restul lumii dacă Rusia va pierde. Это сделать? Он, ну, даже его представить себе мы не нельзя. Можем проиграть. Поэтому Гааги боятся в лес не ходить. Просто не будет никакой Гааги. Если так случится, то... Ничего не будет. О чем и речь? Весь мир в труху. În plus, Margarita Simonian a pus acțiunile Rusiei din Ucraina pe seama Kievului și a Occidentului. Они готовятся взять наш Крым. Ну, а мы делаем единственное, что можем делать в этой ситуации, мы бомбим. Мы бомбим каждый день. Мы добрые, вежливые и даже в чем-то кроткие. Мы вот такие мягенькие, добренькие.